увидеть Париж или увидеть Кошагачи и умереть. Ой, господи, осень приближается. Опасный участок 2,9 км. Ехали, нам же надо где-то ночевать. Ну вот наше третье место стоянки, решили мы. У нас каждый делает свое дело. Полный ходом идет приготовление пищи. Пошли мы с внучкой за дровами. Третья наша ночевка. Ребят, мы возвращаемся назад. Цель нашей поездки достигнута. Мы съездили на Марс. И теперь наш путь домой. До Кошагачи не доехали 25 километров. Ну, в принципе, туда ехать не было такой целью, как говорится. Увидеть Париж или увидеть Кошагачи и умереть. Нет, может, когда-нибудь еще будет путь. Доедем обязательно. Зато мы побывали на Чуи. Ой, господи. Все, едем назад. Будем искать место ночевки. Может, что-то еще увидим. Все снимем и покажем. Осень приближается. Смотрите, деревья уже начинают желтеть. Сюда ехали как-то незаметно. Да, а сейчас обратно поехали, как будто в осень едем. Осень, осень. Лес остыл и листья сбросил. Например, когда мы сюда ехали, вот такая гора была не меньшим открытием, чем этот Марс. Ну да, в начале пути. Да. Опасный участок 2,9 км. Сегодня палит солнце такое, пекло. Сколько градусов за бортом? Не знаю. Даже с Мурманска, представляете, тут такие надписи есть. Мурманск, Омск. Ну, Омск как бы это близко вроде. Я уж про Новосибирск, Тюмень не говорю. О, снега на горе. А где? Вон, прямо в Тюмени. Вау, ничего себе. Вот это да. Там эти горы поддерживают небо. Да, они облаками. Пики торчат выше облака. В облаках пики, да? Угу. Ты смотрел, да, это? Че? Что их пики торчат. Ну, я вижу, ну, сейчас. Вокруг них всегда облака, наверное. Поэтому там и снег летает. Да, там испаряются, это тормозят. Отдыхают люди вдоль речки, уже вот расположились. Там видела уже на ночлег, наверное. Тоже потихоньку передвигаются, как и мы. Здесь типа чимало, да, здесь? Попышнее чуть-чуть. Ехали, заехали тут в селение Акташ и вот такой магазинчик сельский. Магазин Аначус. Продовольственные промышленные товары. Ну а что еще надо?
типа киосочка. Зачем в деревне большой магазин, супермаркет? Мне кажется, они все вместе, вот эта группа людей. Вон, смотри, вот тоже стоят. Можно чуть подальше проехать, и не видно будет машины. А как туда съехать? А вон, смотри, съезд вроде. Где? Вот. Вот, вот. Нет? Не вижу. Давай дальше проедем, если что, развернемся. Может, здесь съезд? Ой, мы сегодня вот это местечко проезжали. Нету здесь езды. Давай развернемся. Он был дамский район. Подождите, посмотрим давайте. Ну а что вы? Еще не хотите проехать? Да я не думаю, что там будут такие же места. Место хорошее просто. Ехали, ехали. Нам же надо где-то ночевать. По-любому мы до дома не доедем. Да нам надо еще завтра кое-куда заехать. И вот там люди стоят. А съезда, вот смотрите, видите, нету. Нам надо туда попасть. Вот мы ищем. Съезд. Вот он. Вот она. Рыба моей мечты. Съедем мы, нет там? Стопудово съедем. Туда, в лесочек. Что, нам выйти? Что-то как-то тут мешковато. Давай. Жопой будешь меня? Давай, я выйду. Это надо развернуться. Ну, выходи, подожди, стоп, машина сзади. Выходи, а я развернусь. Я не буду. Не надо. Никуда. Ну вот наше третье место стоянки. Решили мы, учитывая опыт двух предыдущих, что ночью бывает холодно, я не думаю, что сегодня будет намного теплее. Ну, могут добавиться еще комарье здесь. Ну, видите, такой вот пейзаж. Вон там у нас как бы соседи. Можно было так к ним проехать подальше. Деда. И... Можно сейчас видео снять, как подожди. Я пью, и вот здесь соседи с этим. Вот. Мы же теперь опытные ребята. У нас каждый делает свое дело. Все друг другу помогаем. Одна Настя у нас никому ничего не помогает. Так, сейчас приготовление идет. Дикий отдых. Полным ходом идет приготовление пищи на третьей ночевке. Видео будет называться «Дикий отдых». Да, в Горном Алтае. Мясо-то сколько, вау. Сплошное мясо. Да, Андрюш. Пошли мы с внучкой за дровами. Смотрите. Вкусный хлеб. Очень вкусный, да? Угу. Так, вот это. Хочешь попробовать? Вот это давай, тащи туда. Хочешь попробовать? Давай. А вдруг на ней караед? Вот ты смотри. Караед-то он большой, он микроскопический. Вон туда, где дрова, иди, ложи. Ладно. Бери, ешь. Ну что, суп готовый. Лариса и Андрей сготовили суп. А где стол? Теперь стой ешь. Вот был раньше. У нас и пропал стул. Раньше он был горячий. Ладно, будем готовиться ко сну. Перекусили. Теперь меня внучка позвала исследовать, как она выросла в пещеру. Но это не пещера. Это заросли еловника. Ели. И здесь могут водиться клещи. Понятно? Бутылки здесь лежат, вот мы исследовали. Грязи полно. Да. Пора уходить. Правильно? Второй пещеры, да? Следующим зарослям. Да-да-да, она очень длинная. Да-да-да-да. Тут тоже грязи полно. Что это такое? Стекло, да? Вау, тут порезаться можно. Смотри, это же стекло. Вот так вот все загажено. А ведь это... Где-то 500 километров, больше, 550 от Барнаула. Здесь такая комната небольшая, да? Да, не какая-то, не комнатка, ну. Да, вот так вот. Последняя пещера осталась. Третья наша ночевка.
Ветер бушует сегодня. Мы тут за елями спрятались. Вот и все. Это было вчера. Свет в прихожей горит. В комнате полумрак. Отлично. Я приду и начну. Промокших аллеях.